Сегодня самое такое экстремальное видео, то, что мы кушаем. Вот семья Яны и Ростислава Людовик делает эксперименты. Это у нас, как вы думаете, что? Это у нас лисички. Меленые лисички. И в данном случае оно... я их сейчас буду принимать, а по большому счету смаковать. Но они будут иметь целебное свойство для меня. Итак, я себе тут отделю 3 ложки. Я перемешала 3 ложки, например. Это где-то, я так думаю, что где-то 3 лисички. В одну ложку, наверное, у нас где-то может поместиться 3 лисички. Вот. Итак, я выпиваю сейчас, да, все нормально. Они у нас постояли кипятком заваренные и запаренные где-то, наверное, полчаса постояли. Барабанная дробь. Да, вкусно, классно. Такой себе бульончик. Но сейчас самое интересное. Та-та-там! Рыбий жир, господа, самое вкусное. Да. Вот я кладу. Ой, вкус необыкновенно вкусный. Специфический. Специфический, говорится, но... Кого заинтересуют подробности, пожалуйста, пишите. Ну что, вкуснятина с утра началась. День пошел отлично. Какой эффект пошел, я вам расскажу. У меня подпухали пальцы. И вообще такая и тема была. Ну, в общем, вот это все... И в комплексе еще с чем-то, что я потом могу рассказать, если вам нужно, полностью у меня убрало. Ну, в общем, все хорошо. Итак, до новых встреч, друзья.